Сейчас хорошие новости. В Кирове в ближайшие 2 года построят еще 3 школы. Об этом сообщили в правительстве региона. Уже объявлены аукционы на их строительство. По планам, школы появятся в Озерках, Чистых прудах и на территории бывшего КВАТУ. В целом, в период с 2022 по 2024 годы в Кировской области предстоит возвести 13 новых общеобразовательных учреждений, в том числе 12 в Кирове и 1 школу в Нолинске. Это позволит создать более 10 тысяч мест для детей. Ожидается, что на аукционы заявятся местные застройщики, отметили в администрации города. Что касается капитального ремонта школы номер 7 в Кирово-Чепецке, подрядчик определен. Контракт с ним будет заключен до конца следующей недели, рассказали в областном правительстве. На аукцион вышла кировская компания.